Thank you.
Вот так выглядит наша рукоять без полировки. И сейчас мы будем полировать на муслиновые круги с пастой Минзерна Супер Финиш. И сейчас я вам покажу, как эта рукоять будет выглядеть с полировкой. Вот так без полировки. И вот так сторона выглядит с полировкой. И вот здесь я проточил углубление. И оно также выполировано. Доводил вручную до 2000 грит. Без полировки, с полировкой.